Вот жизненная позиция, она, если мы говорим о позиции, то она везде проявляется одинаково или в работе проявляется в одном ключе, дома в другом, где-то в социуме в третьем? Или везде одинаковая позиция человека? Они могут меняться в соответствии от ситуации. То есть человек может ходить по жизненным позициям. Давай, наверное, обозначим, какие есть жизненные позиции, и потом уже более подробно про них поговорим. Самая выигрышная позиция и самая лучшая позиция, и самая здоровая считается в психологии, это «я плюс» и «ты плюс». То есть когда человек начинает общение и свое восприятие себя и другого человека, как «со мной все в порядке», ну и с тобой все в порядке. И мы всегда можем с тобой о чем-то договориться. То есть я нормальный, ты нормальный. У меня есть все ресурсы, чтобы быть успешным, счастливым в этом мире и проявить себя. И у тебя тоже есть все ресурсы, все качества, которые помогут и способствуют проявлению себя. Это самая лучшая позиция. Также есть позиция «со мной не все хорошо, а с тобой как будто что-то лучше». И я могу, ну, то есть она проявляется таким образом, что как будто у меня нет каких-то ресурсов, и как будто я не могу что-то сделать, знать лучше, ну, не то, что знать лучше, чего-то знать не могу, чего-то, как будто сил у меня не хватает, ресурсов, а другой человек по отношению ко мне гораздо лучше, чем я. То есть он более счастливый, более удачливый, более успешный, ну и так далее. Это вот такая жизненная позиция. Она не очень эффективна, и мы потом поговорим, в чем она проявляется и какие стратегии поведения у каждой жизненной позиции. А следующая жизненная позиция – я в порядке, то есть я со мной все очень хорошо, а с тобой как будто все не очень хорошо. Ну, как-то так она проявляется. И здесь немножечко есть высокомерие определенное, и есть такая спасательская установка, что я могу как будто изменить другого человека, дать ему больше ресурсов и так далее. Тоже не очень хорошая жизненная позиция. И самая считается такая деструктивная жизненная позиция, разрушающая и не полезная по отношению ни к себе, ни к миру, это со мной не все в порядке и с тобой не все в порядке. И это ведет к трагическому сценарию. Обычно, если вот такая жизненная позиция долго подтверждается, и вот человек с такой жизненной позицией, то это деструктивно, и саморазрушение здесь в этой жизненной позиции очень много. Вот. Ну вот четыре жизненных позиции. Ну и понятно, что они все формируются из раннего детства.